тех местах, где газонокосилка не проходит, выручит триммер. Это вот такой аппарат на длинной штанге. Вместо ножей у него нейлоновая леска. Мотор вращает ее с такой скоростью, что срезает траву. Триммером удобно брить газон вокруг деревьев, между цветами и вдоль забора. Правда, со временем леска обрывается, и в самый неподходящий момент, когда у вас нет запасной, требуется замена. Не бросать же косить газон на полпути. Возьмем вместо лески пластиковые стяжки. Надеваем на триммер одну и вторую. Главное плотно закрепить, чтобы не слетели. И можно работать! И финальный штрих. Ставим триммер на бок и делаем аккуратную кромку вдоль дорожек. Благодаря этим маленьким хитростям у нас получился идеально ровный и ухоженный газон. Теперь можно отдыхать и наслаждаться выходными.